Всем привет, друзья, с вами Big Towns, разработчики только что раздали всем компенсацию. Только в эту секунду в виде контейнеров. И я сейчас расскажу, как забрать эти контейнеры, потому что это очень срочная миссия, которая экстренная, и скоро она пропадет. Друзья, если хотите получить вот такой и такой танки, тогда участвуйте в конкурсе на 24 тысячи танкоин. Для участия нужно просто поставить лайк, подписаться на мой канал, написать комментарий слово «участвую», а также в настройках ввести тег Big. Ну и итоги я сделаю на своем стриме. Желаю всем удачи. Мы, кстати, в конфе с Гошей Беком, поздоровайся. Здравствуйте, ребята. И... я не знаю, что да как, но я офигел, позвал Гошу, и Гоша сейчас сидит на аккаунтах, на своих забирает тоже. Вы можете вот увидеть, что это за дело и как это все произошло. Я вот только что зашел, аттракцион невиданной щедрости, 15 ультраконтейнеров просто по кнопке забрать. То есть, не нажимая там что-то там еще, просто заходите в игру, нажимаете, аттракцион невиданной щедрости, поспешите забрать целых 15 бесплатных ультраконтейнеров в честь игрового события День Святого Валентина. То есть компенсация в честь Дня Святого Валентина. Я не знаю, то ли это компенсация, то ли это просто такой вот подарок от разрабов нам, но сам факт, что нам просто так подарили только что, вот только что оповещение на телефон мне пришло, что вот раздается халява, и она продлится всего 3 часа, поэтому прямо сейчас заходите, забирайте, я экстренно для вас сделал видос, поставьте лайк, чтобы, ну, как можно больше народа увидело это все, и тоже зашли и забрали. Гош, ты забрал? Да, я на всех трех аккаунтах. Ну, красота. Ну, я вот пока на двух. Я думаю, что сейчас еще заберу с телефончика. И как бы... я почему сказал компенсация? Два варианта, почему это дают. Опа, иммуночка от подавления. Так, ну, на одном аккаунте я открыл. Есть у меня еще второй, на котором я забрал. Это подполковник Вася. Тоже 15 ультра. Открываем. Первый вариант, что это компенсация. Ну ладно, хорошо, начнем с того, что это как в честь Дня Святого Валентина, да, вы заметили, там было написано. То есть, в принципе, да, сегодня у нас 10 число, и скоро День Святого Валентина, в танках это будет праздноваться, День всех влюбленных, и вот такой подарочек нам подогнали. Ну, блин, странно, что это 10 числа, а не 14 числа, да, Гоша Бек? Странно? Это странно. Но, в принципе, окей, сегодня начался первый день празднования в танках этого праздника, да, и дальше, почему компенсация? А потому что сегодня в танках онлайн было что-то непонятно, какой-то баг произошел, и у всех игроков что-то случилось, ну, или у большинства, что-то случилось с устройствами, пропали некоторые устройства с аккаунтов, вот, но потом они вернулись, насколько я понял. Ну давайте, по крайней мере, сейчас мы зайдем и посмотрим, вернулось ли оно или не вернулось ли оно. По идее, все вернулось, ну да, вроде как все нормально, устройство на месте. Вот, но днем, вернее, с рестарта, это такая беда случилась, и с аккаунта много чего попропадало. Короче говоря, то ли это в честь компенсации, потому что много кто писал: компенсацию требуем, где наше устройство? Вроде устройство все вернули, все нормально. И вот так вот вечерком назрела компенсейшн. Поэтому хрен знает, ну это не важно. Не важно за что. Факт, есть 15 ультраконтейнеров на халяву. Поэтому я рад, Гоша Бек, рад, брат Бек? Да, конечно, да, прикольно, да. Кстати, мне выпало какие-то штучки. Что выпало? А, устройство, наверное, да, попадали? Да, устройство. Хорош, хорош. Ну нормально, ну у меня тоже какое-то устройство, что-то выпало на устройство, на корпус, нормально. Сам факт, что это на халяву, это вообще радует прям очень сильно. Поэтому, ребят, распространите этот ролик, потому что осталось всего пару часов. Забрать можно только с телефона, с мобильного приложения Танки Онлайн. Поэтому залетайте и забирайте халяву. С вами был Big Tanks. Лайк, подписка с вас за экстренный информейшн. Всем удачи, всем доброй ночи, пока. Гоша Бек. Да, пока.